Когда будут результаты этих фильтров, которые вы прошли? Вы знаете уже? Сколько человек прошли этот фильтр? Нет, конечно, мы каждый день работаем над тем, чтобы у нас были лучшие люди в округах и по списку, и чтобы вот этот отбор эти механизмы отбора были соблюдены всеми сторонами и так далее. Но сказать вам, как быстро это будет, это все равно время летит, а законодательство не оставляет слишком много вариантов. Так что я думаю, что в течение месяца вы уже будете знать. И все мы будем знать. А у вас уже есть подготовленные списки? Нет. Парламентские списки вы еще не делали, да? Сказать, что они все готовы, и вот, конечно, нет. А они будут делаться по принципу 50 на 50? 50... Нет, мы говорили, какие у нас принципы связаны. Но я имею в виду, от двух партий сейчас, не от гражданского общества, будет равное количество кандидатов? Не обязательно. Мы не про количество говорим, а про качество и про способность наших кандидатов устоять перед всеми методами, на которые могут или рассчитывают наши оппоненты, наши враги. А вы готовы уступить первое место в списке Майя Санду? Я готов уступить и вам.